Ну, суток, дорогие друзья, что-то я такая нетерпеливая стала прям вообще. Я утром встала, малых Аниных покормила, котов. Вот, короче, думала, мне немножко еще дадут поспать. А мне тут-то было вообще никак ни в какую. Пытаются скрестить в двери. Вот. Мяукать. Ну, что сказать. Невоспитанные котики. Короче, вышла на остановку. Думала, утром более-менее нормально по графику как-то едет троллейбус в мою сторону. А он через 9 минут аж. Я за это время добегу до следующей остановки, а на следующей остановке, кроме одного транспорта, еще штуки 4 добавляется. Вот. И заодно будет физкультура. Конечно, лучше всего вставать. Всё здесь какие-то дела в такое жаркое лето. Конечно, лучше всего их делать с самого утра. Потому что потом я уже сейчас ощущаю, как поднимается температура просто. Вот. Как-то так. Ну, серьезно. То есть пробежать остановку, ну, минуты 4-5 где-то, да? Вот. Стоять по такой жаре. И потом... Ну, ничего. Мы за здоровый образ жизни, все такое, правильно? Ой, вот. Что я могу вам сказать? В принципе, если себя постоянно держать в тонусе, то, на удивление, ты быстрее восстанавливаешься. Я этого не знала. Я вчера, наконец-то, открыла капли вечером тулфона для глаз. Слушайте, я не знаю, может быть, на ком-нибудь другом это действует по-другому, не знаю. Но у меня прямо... Я вот сегодня проснулась, потому что не больше от того, что нужно вставать, а от того, что болят глаза. У меня как-то так получилось, что на сессию организм дал, типа, отходи, ладно, бог с тобой. Вот, но потом... отказывается работать. И для меня было на самом деле большой победой то, что начинает восстанавливаться давление, начинает восстанавливаться зрение. Оно, конечно, не семимильными шагами, потихонечку, вот, но все равно это очень приятно. Вот. И, конечно, реакция еще на вот такой вот яркий свет есть, но она не настолько болезненная, как была. Вот. И утром как раз-таки я проснулась от того, что болят глаза. Мне телефон помог, он сразу все вот это вот напряжение снял. Смотрите, какая лужа. Здесь что-то они пытаются выровнять на уровне с той вот частью. Видите, виноград растет. Вот. Как-то сделать одинаково или расширить дорогу, или еще какая ерунда, я не знаю. Короче, это, по идее, должно было бы быть закрыто. Но вот как-то не оно. У нас здесь строят метро, еще одну ветку. Вот. И, конечно, особенно весело. Силовой кабель. Прямо так по воздуху. Это супер. Вот. Ну ладно. Забавно. Вот. Поэтому, конечно... А, ну и да, для меня было большой победой, что я вчера вот этот учебник, про который я вам рассказывала, смогла прочитать не в больших очках, потому что вся эта сессия шла на
пятерках, а я тройки в обычной жизни максимум ношу. Вот, и, конечно, скажем мягко, головокружение такое легкое было. Вот, и когда ты при солнечном свете нормально можешь прочесть в обычных очках хоть что-то, это уже, я считаю, хорошее достижение. Вот. Ну что, могу вам сказать. Я остановку почти пробежала. Осталось совсем чуть-чуть. Вот это то, что я вчера делала съемки. Разравнивают, выравнивают. Видимо, какая-то площадь будет. И здесь будет выход из метро. Красиво, конечно, стеклянное, все чистенькое, свеженькое, но он уже, походу, стекло успели или разбить, или конденсат. Ладно, ладно. Посмотрим, как это будет. Вот. Так, на этот светофор я не успеваю. Обидно, знаете что? Здесь был перекресток такой X-образный. Его не будет по ходу движения. Его зароют обратно. Ну ладно. Все. Я добежала. Буду ждать свой перекресток. Здесь будет сейчас шумно. Так что я с вами прощаюсь. До следующего сеанса.